дорогие родители, мы очень рады видеть вас на этом замечательном празднике. Наступает праздник новогодний, зажигает тысячи огней. Елочка нарядная сегодня приглашает всех своих гостей. И снежинки за окном летают, заглянув в просторный светлый зал. Нас здесь нынче сказка ожидает и веселый шумный карнавал. Красный нос, красный нос.
Thank you.
неделю. Закладки забрать хочу. Я вас греться научу. Уши прямо, лапы шире. Будем греться 3-4. Thank you.
шерстяной платок. Нет, шерстяной платок. Вот, спасибо. Это дело. Сладко меня согрели. Хорошо. Принесли со мной немножко и согрелись от этого. Снегурку ищешь, Маша, зимний день.
день в лесу моем, и тебе мороз не страшен, в платьице стоишь одно. Будь моей внучкой, ну-ка, 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 одевайся, снаряжайся, наряжайся. Приходит Новый год.
Замечательно. Артурчик, расскажи Дедушке Морозу стихотворение. Ой, это мушкетер, не знаю. Мушкетер. Пятый мушкетер. Артур зовут. Атос, Портос, Д'Артаньян и Артур. Пожалуйста. Живите снежок на елке, засыпают все дома. И сказки кричат, да гражданная зима. Молодец. Подождите, это же еще не все. Прерывается бурными аплодисментами выступление. Пожалуйста, еще. Замечательно, чудесно. Мишенька, ты кто у нас? Мишенька? Нет. Или ты у нас лев? Мишенька сегодня лев. Мишенька сегодня лев. Хорошо, Мишенька лев. Давай к деду садись. И давай. Снег идет. Дедушке по секрету рассказывай. Тихо. И подарков не ждай. И подарков не ждай. Праздник этот очень любим. Будем петь и танцевать. И танцевать. Правильно? Нельзя это дело стихи читать. Алиса Конкурина, Елизочка сюда. Давай. Ой, Снежиночка красивая. Давай, рассказывай. Мой уходок поставляет путь на свете, счастье в всей планете. Пусть огненько лет на елках, пусть каждый сочет волос, и еще чертишка в слабках. Целый гвоздь. Молодец. Вот это по-зайчачьи, правда? Прыг-прыг. Давай, становись. Вот сюда. Давай. Давай. Громко читай. Снег ложится тихо, мягко. На дерево, на дома. А пьезю воскосается зима. Замечательно. Вот какой у нас храбрый заяц. Настенька. Громко так прочитал. Молодец. Настенька Махрицкая, Снежинка. Настенька, подходи к дедушке. Давай, ты тоже громко будешь читать, да, правда? Снежинки там. Да. А варочка время на сад. Зима за ней спешит Новый год. Да. Бурный аплодисмент. Я рассказываю, да? Я еще должен сюда вам рассказывать. Так, дедушка, кошмар какой-то, да? Неожиданно. Скажи. Помните?
Ой, какой у тебя глаз большой и классный. Звезды, шарики, давай. У нас много классных. Новый год. Ура! Снежинка Женя. Давай. Женечка, давай. Давай мы громко будем читать. Давай. Классно, вот отец. Что такое Новый год? Это радостные дети. Это нужно хоровод. Магазины, кафе, много сказок в студиях. Тяжелого газет, новогодний зимний лес. А можно Артем Гридяев еще расскажет? Да. Кира. Он просится. Гепард? Нет, Мишка. Мне сказали, что это гепард. А вы говорите Мишка. Это гепард. Это гепард. Пожалуйста. Понятно? Всем понятно, да? Это гепард. Потерялся. Какой-то у нас грустный гепард. Это гепард. Что такое с гепардом у нас? Видно, климат не подходит, да? Вот такие вот у нас проблемы. Потерялся Дед Мороз? Потерялся Дед Мороз. Что вы от меня хотите? Мы леопарды в вашем климате. Сфотографируйте, пожалуйста. Не рассказывайте. Леопарда. Мы леопарды привыкли по Африке бегать. Там тепло, классно. И там у нас все получается чудесно. А здесь мы просто примерзли. Громко, Артемка, что такое Новый год? Что такое Новый год? Это что? Наоборот, елки, комочева, шишки. Белки. Белки. Шишки. Шишки. Зайцы с волком на колючей волке. Дождик. Дождик тоже не просто. Новый. Новый год он золотой, даже Дедушка Мороз никому не щепреснёт. Замечательно. А это красная шапочка. Красная шапочка. Раз, два, три, четыре, пять. Все мы будем танцевать. Сегодня Новый год. Дедушка на гости идет. Посиренка елочка горит, посвекает, помоги. Пусть красный мост мчится, пусть наставник сам к ним мчится. Замечательно. Ты не показывала на свете, чего-то показывала и показывала. Давай, Ирочка, хорошо. Вот. Ты отдохнул? Вот я отдохнул. Ой, порадовали меня дети. Я с ребятами дружу, никого не заморожу, никого не простужу. Thank you.
свой потерял. Сапожок такой не видели? Нет. Небольшой такой сапожок. Помогите найти сапожок, идите скорее сюда. Ну, а зачем? Только дедушки Морозы могут. А Мишки никто не заберет? Зайчиков сначала спросил. А ну-ка, зайцы, выходите. Свои лапки покажите. Сапоги! Выходите. Это ты, Мишка? Мишка или Мишка? Мишка. Мишка, правильно. Свои лапки замечательно. Покажите. Свои лапки покажи-ка. Ну-ка. И в следующем году.